План выполнен на 100%. В Колыванском районе завершилась посевная кампания. Уложиться в лучшие агротехнические сроки, говорят полеводы, помогает новая техника. Прямо с железнодорожной платформы отправляется в поле. Обкатку нового трактора проводила Татьяна Курносова. В новом тракторе большая удобная кабина с хорошим обзором, руль с гидравлическим приводом. Даже новичку им управлять под силу. Но даже и это не главное, говорит Александр Шикалов, а ему-то есть чем сравнивать. Всю жизнь работал на К-700. Самое большое преимущество новой машины – экономичность. Мощность та же, а вот солярки надо в два раза меньше. По экономичности, ясно, мотор это 6-цилиндровый, там 12. Ну, это солярку, как собака жрал тот это. Этот, ну ясно, что мотор меньше, миниатюрный, все сделано это. А тянуть он не, это, не уступает, даже еще лучше. Я вон там завернул так, что вроде забуксовал, кирзба наш сдох, а этот и даже не задыхается. Комфорт, скорость, высокая проходимость, 4 колеса ведущие. К тому же этот трактор настоящий универсал. Может и сеять, и пахать, и грузить. Ему подходит любой навесной агрегат. У него задняя навеска универсальная достаточно, да. То есть она позволяет работать этой технике как со старыми орудиями, которые были под К-700 сделаны, так и агрегатировать его с орудиями нового поколения. Новый трактор крестьяне взяли на перспективу. Посевной клин в хозяйстве небольшой. Зерно выращивают не на продажу, всю переработку ведут сами. С поля на мельницу, потом в пекарню и на прилавок. Оборот небольшой, но на таких льготных условиях, уверен Виктор Пирожков, даже маленькому хозяйству кредит на покупку трактора брать выгодно. За трактор мы будем получать, да, субсидии в пределах 30%. И кредитные ставки также будем получать субсидии. Все больше современной техники работает на полях Колыванского района. Модернизация технопарка дает хороший результат. Посевная прошла как никогда организованно. Это говорит о том, что в район пришла новая техника. Вот сегодня пример этому. Такие хозяйства, как Соколово, Краснооктябрьский, Скала, КХ «Сибиряк» давно уже постоянно обновляют свой тракторно-моторный парк. И как бы проблем особых посевной не испытывают. Уже завтра Александр Михайлович на новом тракторе вновь выйдет в поле. Пора готовить землю под посев 2012.